Таких выников на республиканской спартакиаде школьников Гомельская область не показывала 5 годов. 965 очков – первое агульнокомандное место за летние и зимовые виды. Для поравнания, розница с другим местом – 29 очков. За апошним, шестым – больше 400. Причем, коли сборная по плаванию и ранее выступала стабильно, то жаночая команда по футболе первое место заняла у першиню. Сирот инших переможных видов спорту – бокс, веслование на байдарках, тяжкая атлетика, велосипедный спорт, дзюдо, волейбол. Перед каждым соревнованием всегда ставим перед собой цели, задачи, чего достичь именно на этих играх. Конечно, нам хотелось быть победителем спартакиады школьников Республики Беларусь, но оказались лишь только на втором месте. Это тоже почетно. И представлять Гомельскую область на республиканском уровне – это всегда девочкам считается большим праздником и хорошим результатом. Напередодні проведения республиканской спартакиады школьников на Гомельщине прошла нарада, на якой зробили работу над помылками и удокладнили стратегию выступления. Теперь можно стверджать, все зробили правильно. 4 первые места, 7 других и 11 третьих – саправды досягнения. Специальные статуэтки, памятные подарунки, гоноровые грамоты и дипломы – это не только заслуженные узнагороды, але и подтверждение наявности в области профессийных тренеров и талиновитых молодых спортсменов. Урэште, зорки великого спорта нараджаются с дитячих досягнений. Ребята объединяют спорт. Это здоровье, это будущее. И мы рады тому, что спартакиада школьников дает возможность выявить наиболее талантливых детей, определить приоритеты своей деятельности. И не зря Гомельская область вносит свой достойный вклад в большой спорт. Олег Сентюров, Марина Джала, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».